Сегодня выставка картин Валентина Серова будет работать допоздна. В Третьяковской галерее объявлена «Ночь Серова». Это сделано из-за повышенного интереса к выставке. Очередь желающих увидеть полотна великого русского художника снова огромная. Напомню, экспозицию открыли к 150-летию со дня рождения художника. Представлены 250 произведений Серова из музейных и частных коллекций, в том числе знаменитые «Девочка с персиками», «Девушка, освещенная солнцем», «Летом». Организаторы выставки уже несколько раз откладывали ее закрытие. Завтра, в последний день, кассы будут работать до 8 часов вечера. Это самая посещаемая экспозиция за последние 50 лет. Картины увидели почти 500 000 человек.